операции участвовали более 2000 человек, сотрудники полиции, МЧС, волонтеры, в том числе и других городов и районов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Министерство обороны передаст авиационные ремонтные заводы, входящие в состав оборонсервиса, в ведение крупных интегрированных структур промышленности. Об этом заявил сегодня глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, активно. Участвовали более 2000 человек, сотрудники полиции, МЧС, волонтеры, в том числе и других городов и районов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Министерство обороны передаст авиационные ремонтные заводы, входящие в состав оборонсервиса, в ведение крупных интегрированных структур промышленности. Об этом заявил сегодня глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам,